В защите все средства хороши. Адвокат, обвиняемый в мошенничестве, выслушал сегодня приговор суда. Согласно материалам дела, адвокат вымогал деньги с клиентов, обещая подкупить судью. Хотя, как сообщил Следственный комитет, обвиняемый вину признал полностью, сам он в интервью подтвердить свою виновность отказался. Петр Евгеньевич, вы деньги зачем взяли? Никаких комментариев до приговора. Вы свою вину признали? Девушка, я же вам еще раз сказал, никаких комментариев до приговора. Получил от супруги лица, которого он представ... интересы которого он представлял в суде, денежные средства в сумме 950 тысяч рублей. При этом женщине он пообещал, что деньги будут переданы судье автозаводского района, который будет принимать решение по уголовному делу в отношении ее супруга. На самом деле подсудимый не имел реальной возможности повлиять на назначение судом решения о наказании ее супруга по уголовному делу о хищениях. Квартирного вора взяли, группу квартирных воров, за ним 35 эпизодов. Вот он его защищал. Жена вышла на него с предложением, то, что возместить ущерб потерпевшим, чтобы дали меньший срок. Вот все дело. Он не для себя деньги брал, а чтобы потерпевшим ущерб возмещать. Все, у него было на руках постановление на эти деньги, ордер. И вот его ошибка, то, что нужно было встречаться в конторе и сразу деньги класть. Но так как она сказала, что она встретиться до 6 не может, а касса в конторе работает до 5, она назначила встречу в кафе. Но это все было подставлено, все было прописано. Денег девать некуда. Его зарплата вообще не трогали. Сколько бы он ни зарабатывал, все было его. Он не корыстный парень. Он сначала поработал в милиции, потом добровольно ушел служить в армию. Отслужил год в армии. Потом поработал в судебных приставах. И потом уже только стал адвокатом. Потом живем мы в России. Поэтому так получилось. У нас палочная система. Все. Нам родственники ваши сказали, что вас якобы подставили. Вы тоже придерживаете такой линии защиты? Девушка, я, по-моему, русским языком сказал все комментарии. Все после приговора. Все, никаких комментариев я сейчас давать не буду. Суд приговорил признать Семенова Петра Евгеньевича виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 40 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Даже можете не... Вы обещали после приговора. Как после, я сказал, что после вступления приговора в законную силу я на все вопросы отвечу. Удалитесь, пожалуйста. Условно хватило. Судей виднее. Кого-то надо судить. Не Захарова же судить за миллиарды. Есть молодые люди, которые отсидят. А Захаров как поедет, как Васильев, порисует, попоет немножко и поедет дальше отдыхать. Вот и все.